А, вон, ну я думал, ты уже улетел, Игорь. Что? Я думал, ты улетел. Ну что, стартуем по готовности, да?
Так, ну вот, погода сегодня такая сложная. Здесь с этой стороны ротор, хотя вроде поверху запад дует. Ну, ничего, тоже полетали. Уже все-таки полет есть. День прошел не зря. Будем летать дальше. Всем пока. Сейчас должны еще два человека прилететь. Их попробуем снять тоже. А, все, работает. Ну, расскажи, как тебе полет. Ну, сегодня нету ничего прям такого сверхинтересного. Нету термички нормальной. Ну, в принципе, тоже неплохо. Хорошо отдохнули. Хотя должны были устать, наверное. Такого с нами не случается. Да. Или что? Красиво. Ждем Игоря еще. Ждем Игоря. Еще не успел стартануть. Было маленькое окошко. Угу. Я в него успел скосить. Теперь пока. А вот он. Вон он летит. О! Так, вот произвел посадку третий парапланерист. Да, все на месте. Третий ваш. Игорь, скажи пару слов. Да. Как тебе облака? Хорошие облака. Хорошая погода. Ну, ладно. Собираемся домой.